Сегодня в Санкт-Петербурге передали в распоряжение военно-морского флота модернизированную подводную лодку «Краснодар». Этот корабль уже четвертый в серии обновленных дизельных электроходов. Всего субмарин такого типа по проекту «Варшавянка» запланировано построить 6. И все они по многим показателям заметно превосходят зарубежные аналоги. Например, радары новых подлодок могут распознать цель на расстоянии в 3-4 раза превышающей возможности радаров противника. Глубина погружения субмарин 300 метров, а скорость подводного хода 20 узлов. «Краснодар», как и остальные лодки, будет проходить службу в составе сил Черноморского флота и базироваться в порту Новороссийска.